Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в Ашане. Это торговый центр «Космопорт» в городе Самара. И вот что сегодня привезли к 8 марта. Цветов очень много. Стоят фиалочки по 305 рублей. Вот такие вот у них очаровательные расцветки. Орхидеечки тоже есть. Их я показываю в отдельном видео. Стоят шлюмбергеры, еще не распустившиеся в бутончиках. Вот есть такие вот розовые бутончики, очень много. И есть светленькие, не знаю, какого цвета он будет, то ли белый, то ли желтоватый. Шлюмбергер 605 рублей. Рядышком азалии по 485 рублей. Тут сверху стоит прекрасная, сейчас аккуратненько отодвину, прекрасная тоже азалия, она уже 826 рублей. И она вот так вот, как это называется, штамбовое деревце, что ли. Ну вот как деревце она уже оформлена. Ну тут другие азалии, они уже 289 рублей. Вот они здесь и внизу стоят, кустики. Очень много примул, их я покажу отдельно. Здесь вот одна стоит, затесалась, но они стоят в другом месте. Хризантемки. Сейчас пойду, хризантема. Так, на хризантемы разная цена. Есть по 891, по 327, по 272, по 286. И это уже надо разобраться, потому что они здесь стоят абсолютно разные. И не знаю, насколько ценник будет совпадать с самой хризантемкой. Ну, получается, от 272 рублей до 891 рубля стоит хризантемы. Ну, наверное, раз вот это вот стоит здесь ценник, значит, это хризантема пинг. 286 рублей вот эти вот хризантемки. Очень красивый оттенок у нее. Только получается, что вот эта хризантема 272 рубля, даже дешевле, чем пинг. Но здесь один цветочек. Видимо, поэтому она дешевле. Они тут вот прям по одному цветочку в упаковке. И какая-то хризантемка 327 рублей. Может быть, это вот и с одним цветочком. Ну, это надо уже разбираться. Я как бы не стану тратить на это время, а вот цены просто озвучу. Потому что если так разбираться с каждым ценником, здесь будет очень долго это все будет. Розочки самые разные. Розочки тоже. Надо разобраться в ценах на розы. От 313 розы до 1044 рублей. Есть и по 748. Видимо, вот она, вот эта вот розочка. 1044, это вот самый большой кустик, самый высокий. Вот такой вот коралловый цвет есть. И вот такие вот нежно-розовенькие они. Эти розочки пониже, они уже 341, роза патио. Вот красотки, есть даже желтенькая. И еще меньше кустики по 313 рублей. Вот это все розы. Вижу и по 331 рубль розы. Это роза Star Mix. Вижу еще меньше кустики по 206 рублей. Вот они. Вот прям махонькие. Прям крошечный стаканчик у них. Вот в ручке моей. Но очаровательные. Тоже вот разных цветов они. Даже до сравнения, вот как они по размерам. А здесь розочка 197 рублей. Вот, тоже крошечная. Рядом 255 рублей вот в этих упаковочках розочки. Тут пошли гортензии. Самый большой куст стоит 988 рублей. Красотки гортензии. И дальше уже по
по убывающему меньше размер, чуть меньше цена. Вот есть и по 646 рублей, и по 563 рубля. Здесь один цветочек. Они вот по одному цветочку идут в упаковочке. Вот даже видно, вот сквозь упаковку виден стволик. Видно, что там один цветочек. Вот 563 рубля. Гидрангеи 414 рублей. Вот эти уже идут. Я не знаю, может быть, гидрангеи и гортензии, они просто очень похожи. Может быть, они как-то родственники в цветочном плане. Так, ладно. Дальше примулы. Здесь пока стоят белые и фуксиевого цвета примулы. Хотя вот есть и розоватые, и есть фиолетовые. Они 229 рублей стоят, вот эти примулы. Там дальше еще примулы стоят. Рядышком стоят в маленьких-маленьких упаковочках каланхоэ. Белый, красный, оранжевый тоже есть. 111 рублей. Почему-то только один горшочек нарцисса, может быть, раскупили. Нарцисс 132 рубля. Ландыш 430 рублей. Ой, какой он красивый. Ой, ой, какая маленькая прелесть. Какое чудо. Но листва у него почему-то очень светлые. Я не знаю, она такая должна быть. Вот внутри три кустика, три стебелечка. И очень светлая листва у ландыша. Тут еще есть достаточно упаковочек. И снова пошли примулы. По 296 рублей вот эти вот примулы. Эти красотки. А здесь такая вот прям крупно-крупно-цветковая стоит красавица. А вот это тоже примулы? Да, это тоже примулы. Ой, какая прелесть. Я впервые вижу такие примулы. Примула Белис Микс. 241 рубль такая примула. Они вот разных оттенков. Они как розочки прям. Вот. И красноватенькая, и розоватенькая. И бордовое чудо. Вот такое махровое чудо. Они 241 рубль. Так, что-то тут начало пищать на весь Ашан. Ладно. И вот еще такая красотка. Ну вот она, не знаю, по какой цене будет. Ну, наверное, тоже по 200. Ну, либо по 269. Скорее всего, по 269. Но в любом случае, наверное, уже не дороже, потому что дороже цены нет на примулы. Зато есть дешевле. Вот эти примулы, вот эта примула стоит уже 149 рублей. Вот она, рядом стоит красненький кустик очаровательный. И наверху они тоже есть. Может быть, она вообще 149 рублей стоит, эта примула. Не знаю. Так, гиацинты. Гиацинт 49 рублей. Кстати, в Леруа, у меня есть сегодня видео и из Леруа, там они, по-моему, 50... Также 56 штук стоили. Здесь гиацинт в Ашане дешевле, чем в Леруа. Стоит цитрус. 5148 рублей такое деревце. И рядышком деревце поменьше, но тоже по такой же цене. В больших горшочках они. Тюльпан. Штучка тюльпана. 39 рублей. Такие вот хорошенькие. Вот желтенькие, красненькие. И здесь разноцветный. Здесь есть и розовенькие. Розовенькие, оранжевые тюльпаны. Вот раскладывают их. И сейчас я подойду. Вот, видимо, здесь тоже будут стоять тюльпаны. Наверное, к 8 марта там ближе еще больше будут пополнять все эти вот пустые полки. Цикламены. Сколько стоит цикламен, интересно. Вот их только привезли. Этот стеллаж сейчас разбирают. Ладно, их расставят, и я узнаю цену на цикламены. А вот и цикламены, кстати. Но они немножко другие. Ой, это не цикламены, нет, прошу прощения. Здесь герберы. Герберы 347 рублей. Такая красотища. Вот цикламены там дальше ставят. И я подойду сейчас к ним. Так, это бегония элатиор. Или элатиор. Не знаю, как правильно ударение. Ой, удобрение. Не знаю, как правильно ударение поставить. Здесь вот такая оранжевая коралл. Здесь целая полянка из хризантем.
вот эта фирма в этом вот горшочке небольшом стоит 161 рубль. Там дальше хризантемки покрупнее. Так, ну здесь снова люди. Сейчас я попробую обойти. Так, еще кому? Ой. Вот в таких вот упаковочках стоят хризантемочки. И они стоят уже 521 рубль. Вот эта вот пышненькая красота. Вот это вот мне очень нравится. Эти махровенькие, эти уже попроще. Но они тоже махровые, но они немножко другие. Не такие вот пышные. Очень красивые. Здесь шикарные подарочные наборы из цикламенов. Огромные цветы у цикламенов, огромные, стоят 738 рублей. А здесь вот такой шикарный темно-красный цикламен, именно красный. Отдельно цикламены, вот я до них дошла, вот эти большие кусты цикламенов, они стоят 241 рубль. Ты только это, многолетние идеи, чтобы они лет... Здесь орхидеечки, тут тоже орхидеечки. И чтобы пока здесь народ, я пока покажу, что здесь. Ах, а я показывала, что здесь. Я только каллы не показывала, не сказала цену на каллы. Сколько же здесь стоит калла? Ладно, я их еще покажу. И вот целый стеллаж с примулами, самыми разными. И эти примулы, вот, любой горшочек, 149 рублей стоит. Ну, 150 рублей. 149,90. Подойду-ка я к цикламенам, пока люди отошли. И вот такой же большой подарочный набор из бегоний стоит так же, как и... Ну, не так же, дороже стоит, чуть дороже, чем цикламен. Они стоят по 800, по-моему, с чем-то рублей. Кстати, я вот подошла к каллам, и они стоят 729 рублей и... Почему-то называется Зантедеския. Ну, может быть, это правильное название, грамотное название калла. Сейчас я пойду к цикламенам. Народ вроде тут разошелся пока что. Вот. Огромная упаковочка. Вот такая вот. Я ее даже в руки... Мне даже тяжело ее в руки взять. Вернее, это уже не цикламен, это бегония. Бегония стоит... Так, а где на бегонию? Здесь написано цикламен, 830 рублей. А там тот цикламен почему-то 700 с чем-то. Ну, в общем, с ценами тут надо разбираться. В принципе, разница небольшая в цене. Ну, надо просто уже разобраться, что к чему, что почем, поточнее уточнить. Здесь стоят пеларгонии, шикарные пеларгонии, они 347 рублей, 47 копеек. Такие вот пышненькие, яркие, красивые. Вот бегонии, я их не до конца показала вам. Вот эти бегонии, вот в таких вот упаковочках, они тоже стоят, как пеларгонии, 347 рублей 47 копеек. И есть красные, рыженькие, коралловые, очень красивые цвета, очень. Так. Ну, вроде бы я все сняла, вроде все показала, и каллы показала, и... Орхидеечки я снимала в один видео. Ну, пока что. Сейчас я еще осмотрюсь на всякий случай. Вдруг я что-то забыла, вдруг я что-то пропустила. Это вот отдельное помещение. Вернее, не отдельное помещение, а отдельный уголочек они сделали для цветов к 8 марта. А цветы еще стоят и на своем обычном месте. Здесь тоже стоят цветы, там, куда они их перенесли. Тут вот и тюльпанчики такие вот приковывают к себе взгляд. 182 рубля тюльпаны стоят.
и гиацинты, вернее, нарциссы здесь есть, луковички по 98 рублей, крокус 626 рублей, но он уже отцвел. Что тут еще стоит? Ну, здесь еще и тоже каланхоэ, и большие, и маленькие, в принципе, цены такие же, и домашние комнатные растения, розочки, хризантемки. На хризантемке здесь распродажа. Вот эти вот хризантемки, они отцветают, стоят 129 рублей. А рядом чудо, еще в принципе в цвету, они 171 рубль. Но эти подарочные наборы, они уже тоже давным-давно все отцвели. Они были к 14 февраля. Но зато здесь есть вот такой красивый цикламен, 821 рубль. Вот они стоят, лилии. Лилия восточная, лилии по 700 рублей и 788, вот это вот 700 рублей. А это красненькая уже 700, вернее 700 рублей, а это 788. Ну, тут тоже фиалочки. Эти фиалки от 258 рублей до 464 рублей. Ну, там тоже хризантемки, гиацинты вижу. Ну, в принципе, здесь то же самое стоит и из того, что привезли к 8 марта, и то, что осталось от 14 февраля уже. Что вот, в принципе, здесь уже смотреть, как бы снимать здесь уже толком нечего. Ну, если только вот эти растения. Но я уже не стану тратить на это ваше время. Это уже такие растения, комнатные растения, лучше снимать отдельно, чтобы было интересно. Народу полно в Ашане. Ну, вот эти, конечно, ландыши. Они, конечно, меня пленили. Как крошечные, изумительные бусинки, драгоценные. Ну, чудо, просто чудо. Ну все, пока на этом закончу свой обзор. Спасибо вам всем за ваше внимание. И всем пока, всем до новых видео.